Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем Assassin's Creed Unity. Давайте спасем Элизу. Тут какая-то засада тамплиеров. Думаю, мы справимся. Надеюсь, с первого раза. Элиза! 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 Черт, где же Вуазен, проклятие? А сразу догадаться нельзя было, что они про него говорили. Допустим, бежим. 130 метров. Фигня. Да сдвиньтесь вы. Ой, как вас много. Вы специально? Театральный бульвар. Да, это прям очень нужно сейчас. Типа добежали, да? Опана. Ага. Куда? А ну, стоять. Козлы. Ох ты, козел. Какой гаденыш, а? Да все. Че ты с ним справишься не можешь, что ли? А, очканул уже. В чем дело? Где Лафреньер? Убит. Что? Бежим, все потом. Да. Стрелки, блин. Тут мы не пройдем. За дело? Ну да. Давай, давай. Ух ты, какой хитрожопый. Не-не-не, дружище, не... Да ты чего такой дерзкий-то? Вот ты где! Кто, что? А, я надеюсь, это было в голову. В чем дело? Я что-то не знаю, куда идти. Залезу наверх и гляну. Серьезно? Перезарядился, надеюсь. Ну, давайте залезем наверх. А, так, выберитесь из лабиринта. Есть идеи? Убить вот этого толстого. Ага. А, патронов нету больше, да? Круто. Ага, так не лезет. Мне нужна пуля, дай пулю. Ну, почти. Ого! Откуда у вас только здесь? Да я не успею всех вас. Ох, сколько вас понабежало-то. Ну ладно. Отлично. Ну как неудобно. Раньше скрытым клинком спокойно в дому убивал. Давай, давай, давай. Молодец. Угу. Попробуй всех поблокировать. А, вроде что-то получается. Чуть не сдохли. Так, как-то живем. Походу, кто-то из нас двоих точно сдохнет. Я признаю, что мы сейчас сдохнем. Ну, все. Хоть вообще это пипец какой-то. В чем дело? Я что-то не знаю, куда идти. Залезу наверх и гляну. Да, сейчас залезем и посмотрим реально, куда идти.
Так, дверь. А, это самый короткий путь. Так, окей, идем сюда. Ага, понял. А, так. Как мы выберемся? Направо, налево, вверх. Направо. Ага. Ну, кажись, понял. Идем сюда. Где они? Как мы выберемся? Давай, 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 иди сюда. Я нашел выход уже. Найти их. Вперед, 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 уходим. Проклятие, опять тупик. Тут ничего не видно. Ну и как выбираться? Давай, 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 где ты там? Вон там! Впереди двое. Ты бери этого, я его дружка. Понял. Что теперь? Какая ты резвая. Уберем их всех вдвоем. Главное тебе. Готово. Нифига она там телепортировалась. Ну ты где там, Элиза, господи. Сейчас было круто. А где Элиза? Стрелки. Может, лучше будет видно лучше? Может быть. Давайте с крыши. Ты серьезно? Да ты угораешь или чё, блин? А, этот выстрел в голову тоже считается, окей, понял. Далеко. Ага. Кто где еще? Похоже, последнее. Надо уходить. Спасибо. Завалило мне все же выполнение квеста. Далеко они не ушли. Найти их! Беги, я отвлеку их. Беги. Завтра кафе-театр. Я все объясню. Чокнутый. Я приду. Я могу опоздать. Не-не-не-не, ребята, отвалите. Пошли вон. Ух ты, блин. Да что ты так подлагиваешь? Ты че, игра? Господи, тебя. А. Кстати. Спасибо за квест. Вы вовремя, ребята. Так, подлечимся и свалим. Давай, давай, давай. Ага. Все, свалил от них. Вот. Тканевый чё, средневековый, чего? Капюшон. И сразу свалили. Неплохо. Здрасте. Попробуем взломать. Раз мы... Угу. Ты подождешь, да? Блин, ты меня отвлекаешь, чего? Ты серьезно, урод? Мудила. Не, ну не взломаем, но слишком. Да господи.
Ага, черт с два. Да какой-то он сложный, у меня же второй уровень взлома, по-моему. Кстати, да, навыки. Так. Персонализация, наверное, да? Ага, навыки. Незаметны. А, ну, у меня первый уровень. Черт. Ну ладно, пойдемте дальше. А, далеко? Да, далековато квест будет, по-моему. Ага. То есть это моя база, я не могу сделать на нее быстрое перемещение. Вы издеваетесь? Так, допустим, ставим... Допустим, ставим метку. Переместиться... А, я могу переместиться. И то ладно, спасибо и за это. Так, у нас появились денежки, надо посмотреть новое снаряжение. Наверное, все же что-то прикупить такое, что добавит нам прочности и дамага какого-нибудь. У нас два ромбика, серьезно? Так, персонализация, давайте снаряжение. Снаряжение. Защита головы. Вот это нам дали. Стойкость, незаметность. Дальность орлиного зрения, продолжить эффект орлиного зрения. Дополнительное здоровье, неплохо. Тем более он бесплатный. Почему бы и нет? Но он как-то не смотрится вообще. Так, давайте-ка что-нибудь... Вот такой я хотел. Блин, он дорогой. Средневековый. Что у нас средневековье вообще дает? Средневековая накидка. Жизнь куда это? Купить мы, в принципе, сможем. Предплечий. Средневековье вот это, наверное. Ага, вот средневековье. Все по 1000. Тканевые наручи Арно. А, значит, и так, защита головы. А, ну пока нет. Совместное задание, пищевая цепь. Понял, короче, куча квестов и всякая фигня. Это я могу. Дополнительный урон плюс 5. Шум при заметных действиях. То есть больше шума, что ли, или что, или на 13% меньше. Непонятно. Поезд. Ага. Ну, короче, тоже все это есть. В принципе, все это стоит, но у нас денег нету. Поэтому просто идем на квест и нафиг. Да куда ты, господи? Сколько дали? Ого! Ну-ка. Костюмы Эдварда. Прикольно. Можем бесстрашного Арно. А правда, просто визуально неинтересно. Лучше видеть, что на тебе и что оно дает все же. Так, ну типа пришли. Осторожный союз. Первое апреля. Это получается, да, следующий день. И снова добрый вечер. Сегодня наша тема религия. И я начну... Чё она как кукла сидит? Ну? Если Бог. Ну? Ты весь в делах? Выслеживаю убийцу твоего отца, да. Удачи. Он убил почти всех моих союзников, а остальных запугал до полусмерти. Он неуловим, как будто призрак. Я его видел. Что?
Нет уж, уже поздно. Да? Скажите, где его найти? Бог зол на нас. Не уверен, что надо. Он убьет тебя, Элиза. И? Согласен, согласен. Хочешь защитить? А если... Я хочу помочь. Почему Бог хочет сразить нас? У братства есть средства, люди. Это дурацкая шутка. Налоги, я не доверяю ассасинам. Разве обязательно я думаю, нам всем надо помнить, что глупо судить Господа по деяниям его земных слуг. Это все равно, что а мне? Судить республику по некоторым ее представителям. Ведь я не изменился, Элиза. А дух? Помнишь, как я отвлекал повара, пока ты крала варенье? И это я помог тебе перелезть через стену в саду, полном собак. Хорошо. Отведи меня в братство. Я их выслушаю. Они будут счастливы. Безумно счастливы, я бы сказал. Это что? Чёртов тамплиер. Что он творит? Да ну. Да-да, безопасность для них самое главное. Два раза направо, 73 шага вниз по лестнице, налево и направо. Ну, все верно? Ты что опять учудил, щенок? За ней охотятся тамплиеры. И теперь она тут? У братства есть средства. Люди. Замолчи! Так, кто у нас тут? Всего хорошего. Меня зовут... Боже ты мой. Снимите повязку. Какой абсурд. Я Элиза де Лассер. Мой отец Франсуа де Лассер. Великий магистр тамплиеров. Я пришла просить помощи. Так-так. Мирабо! Будем снова продолжать этот бессмысленный спор? Будем, если нужно, мастер Кимар. Если вы не видите выгоды в том, чтобы дочь Теласера была у нас в долгу, мне страшно за нас всех. Итак, мадемуазель Теласер. Ну, началось. В другой ситуации я бы не стала встречаться с вами. Но мой отец мертв, как и мои союзники в Ордене. Если надо объединиться с ассасинами, чтобы отомстить, пускай. Как бы не так. Это трюк, чтобы пустить пыль в глаза. Отправим им ее голову, чтобы не наглели. Белек. Довольно. Дискуссию продолжим за закрытыми дверями. Извините, мадемуазель де Лассер. Конечно. Арно, проводи девушку. Уверен, вам есть о чем поговорить. Как жизнь, гражданин? Все прошло так, как я и ожидала. Подожди. Мирабо их уговорит. Чего вы хотите? Думаешь, мы найдем его? Даже не знаю. Столько времени прошло. Рано или поздно найдем. Умри, трус! Франсуа Жермен думал, что Лафреньер... Франсуа Жермен? Да. Где он? Улица Сент-Антуана. А что? Что? Ну нет. Господи, дурак. Ну что за побегушки? Да что, она быстрее тебя-то бегает, дурак. Все, выдохло, что ли? Постой! Да я уже обогнал ее. Ну, допустим, ну мы бежим, и что, толку-то? А можно было просто перемотать? Что ты делаешь? Ну, может, она ответит что-нибудь хоть? Или она настолько занята бегом? Да чё, подожди, мы её догнали легко вообще. Мне нужны парни, меня не приведёшь.
Нифига, она стартанула, вы чё? Что это было? Арно, Франсуа Жермен был помощником моего отца. Что? Его изгнали из Ордена еще давно. Ересь или что-то касающееся Жака де Мале, я не уверена. Но Жермен умер давным-давно. А сам-то он в курсе? Я бы хотела задать ему пару вопросов. И я тоже. А, исследуйте мастерскую. Сюда, что ли, типа? Ничего. Ну, надо наверх, наверное. Наверх. Там его мастерская. Пошли. А может, это другой Жермен? Высокий, седой, глаза разного цвета. Ну ладно, согласен, тот же самый. А, ну мне типа ее ждать надо, да? Нахрена? Объясните. Похоже, никого. Элиза. Дай угадаю. Ловушка? Ловушка. Ну где они? Смотрите, кто тут у нас. Убить их! Опа! Минус один сразу. Вот и все, ребята. Да господи, успокойся! Козлина, блин. Нормально так. Весьма бодрит. Прямо как в Марселе. Только крови чуть больше. Она, значит, не в крови, а я в крови. Да. Ничего нет. Он знал, что его ложь раскроют. И снова ускользнул. Или нет. Ищем. Замок. Может быть. Или так. Да. Слабак. Теперь понятно, почему сюда меня не водили. Арно. Вот. Это он. Это он убил моего отца. Надо сказать Мирабо. Как только... Это еще что было? Я разберусь. Встретимся у дома Мирабо. А как? Пригнись! Видела их? Дом, через улицу. Осторожно! Давай. Так, отлично. Ага. Да ты куда стрельнул, дурак? Еще один. А, и как мне в него? Да выйди ты из укрытия, идиот. Все, отлично, готовы. А куда она здесь? Это епископ. Слышишь меня? Сработано отлично. Ты нашел его. Франсуа Тамуа Жермен. Великий магистр и мудрец в придачу. По нашим данным, он уже второй мудрец в верхушке ордена. Это настораживает. Оставайся с Арно и узнай все о Жермене. Если он пережил этого магистра, то сможет привести нас к телу. Отбой. Круто. А, телепортируемся куда? Сюда.
Да в смысле не... А, ну ладно, да. Встреча с Мирабо. А, ну господи. А сам дойти не мог, да? Обязательно надо бежать. Так, надо забрать вот эту фигнюшку, раз мы рядышком. Элиза? Месье Мирабо? Что-то здесь не то. Подозрительно. Элиза? Элиза? Что это? Он был уже мертв. Это не я. Я знаю. Но мне нужно немедленно сообщить совету, они разберутся. Нет! Арно, они не доверяют мне, сразу же решат, что убийца я. Ты права. Да, конечно. Что будем делать? Выясним, что случилось. Ну, давайте выясним. А может это без меня было сделать? Просто выясним. Ну, почерневшие губы, яд, конечно же. Что это? Этим убили твоего отца. Но это же знак тамплиеров. Зачем он здесь? А ты догадайся. Ну ты тупой. Так, шкаф. Яд. Дай его мне. Че, выпить хочешь тоже? Аконит. Сразу не различишь, надо знать, что ищешь. Выбор тамплиеров, да? Любого, кто хочет скрыть убийство. Ну да. А, окей, окей, окей. Че еще? Книжка. У него была назначена встреча. С кем? С Кимаром. В смысле, серьезно обвинить? Вы издеваетесь? Нет, я не хочу. Поговорите с мастером Кимаром. Ладно, пойдемте. В смысле обвинить? Вы дебилы, блин, но это не она. Так, 115 метров, Кимар. Как-то, ну, блин, вы что, с ума сошли? Зачем я буду обвинять ее? Или типа это... Ага, свалили. Давай, давай, давай. Да какой бой, господи, ты издеваешься. Да они не найдут меня, все, хватит. Разветвление сюжета, типа, что ли? Либо ее обвинить, либо найти виновника. А, дружище, привет. Привет, привет. Не чтобы скидочку на снаряжение подогнать. Привет, привет, вечно. Здорово. А, месье Дориан, чем я могу помочь? Мирабо мертв. Мертв? Убит. Я знал, что это перемирие добром не кончится. Я созову совет, чтобы разобраться. Элиза невиновна. Клянусь жизнью. Прошу, дайте мне еще немного времени. Я найду убийцу. Хорошо.
У тебя есть время до завтрашнего утра. Мирабо отравили аконитом. Аконит? Стоит ли мне напоминать тебе, что это излюбленный яд тамплиеров? Не надо. Где можно достать аконит в такой концентрации? Врачи прописывают микстуру с аконитом. Я и сам принимаю настойку для сердца. Его распространение ограничено. Но я знаю аптекаря в Море, который склонен закрывать глаза на подобные законы. Спасибо. Ага. Так. Ага, поговорить с аптекарем, понял. А, то есть, либо ее обвинят, либо его. А, встреча была запланирована. Ну, пока сомнительно что-то. Ну, как вариант, Кимар. Сколько? Ого, как далеко. А, перемещения быстрого у нас нету туда. Ну тогда бежим. Наверное, через мост быстрее будет, чем плыть. С одним аптекарем я справлюсь. Да, ты меня напугала маленечко. Приветствую. Не могли бы вы мне... Ну, как всегда. Браво. Стой. Черт, а ну верни! Подожди! Стой! Да. А как-то зайти по-другому нельзя было. Или хотя бы раз вас двое с двух сторон. А, использование подъемников. Ответь на мои вопросы! Давай, давай, давай. Он так резво бежит прям. Подвинься. Ага, ништяк. Какие расходные материалы, идиот? Ты с ума сошел. Давай, 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 беги. 27 метров всего лишь. Я уже замучился за ним бежать. Ага, срежем. Куда он? Ах ты, козел. Да. Не-не-не, дружище, ты не уйдешь. Готов. Добегался. Я никому не сказал. Я сделал, как просили. Что ты там бормочешь? Вы же от того другого, да? В капюшоне. Чего? Расскажи-ка мне о нем. Кто он? Не знаю. Я не видел его лица. Грозился убить, если я не дам ему яд. Вот я и помалкивал. Беллок. Запасы у меня были совсем небольшие. Он забрал все и сказал, где оставить вторую дозу. Вторую дозу? Вот. Это все, что я знаю. Клянусь. Иди прочь. Будешь рассказывать эту историю своим внукам. Ну? Ты права. Он продал яд убийце.
человеку в таком же капюшоне, как у меня. Что ж, в хорошей истории все сложнее, чем кажется. Если в Ордене есть предатель... Ясно, почему убийца подставлял меня. Вот, сюда аптекарь доставила Канит. Так чего мы ждем? И все? Ну что же, тогда сегодня... Надо тебя вздуть хорошенько! Эй, чё сказал? Я с тобой говорю, Ну что же, тогда эту серию на сегодня мы закончим. С вами был Гринайт. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока! Thank you.